Приехал в гости и решил легко подзаработать. 34-летний мужчина, гостивший в Одессе у родственников, попытался украсть из иномарки, припаркованной на улице Генуэзской, мужской портфель. Горе-барсеточник разбил стекло авто и забрал из него сумку, в которой оказались документы и небольшая сумма денег. Он попытался скрыться со своей добычей, но был задержан правоохранителями за несколько кварталов от места преступления. По данному факту, следственным отделом Приморского районного отдела милиции было начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». А за содеянное грабителя накажут одной из предусмотренных мер – штрафом, участием в общественных работах, арестом, исправительными работами или лишением свободы.